Компания Zygmunt & Stein представляет новейший продукт – кухонные мойки из инженерного гранита. Кухонная мойка должна не только гармонично вписываться в интерьер кухни, но и служить на ней в течение долгих лет, доставляя лишь удовольствие и никаких хлопот. Поэтому мы создали мойки потрясающей надежности и даем на них беспрецедентную гарантию сроком 25 лет. Наши мойки практически не подвержены ни воздействиям пищевых красителей, ни механическим воздействиям. Давайте же убедимся в этом на практике. Берем лимон, известный бытовой окислитель. Режем его острым кухонным ножом прямо на мойке, без разделочной доски. Слышите, как лязгает нож по поверхности мойки? Протираем обычной губкой. Как видите, на поверхности не осталось ни следа, ни от ножа, ни от лимонной кислоты. Повторяем тот же тест со свеклой, известнейшим пищевым красителем и пачкателем всего и вся. И снова на поверхности ни следа. Красное вино. Ужас домохозяек. Крайне трудно выводимые пятна. Но нашей мойке все нипочем. Немного воды из-под крана, обычная губка, и мойка снова сияет, как новая. Усложним задачу. Возьмем свежесваренный и очень горячий кофе. Мойка Zygmunt & Stein снова с честью проходит испытание. Добавим танинов в составе горячего чая. И снова побеждает мойка Zygmunt & Stein из инженерного гранита. Попробуем химико-механическое воздействие. Абразивный порошок. Трем со всей силы жесткой стороной губки. Протираем мягкой губкой. Вуаля! Опять ни следа на поверхности. Средство для мытья посуды. Может отмыть что угодно, в том числе и окрас некоторых моек. Но только не нашей. Мойки Zygmunt & Stein, как видите, все нипочем. Переходим к жесткому контакту. Роняем сковороду. Что частенько бывает в процессе эксплуатации кухонных моек. На мойке ни следа от удара. А вот сковородка слегка погнулась. Берем нож. Хороший нож, шведский, а не какой-нибудь дешевый Китай. Роняем прямо острием вниз. Мойка абсолютно цела. А у надежнейшего ножа от удара погнулся кончик. Но ничего, нам эта загогулина еще пригодится. Поцарапаем-ка мы ей поверхность мойки. О, смотрите, кажется, появляются царапины. Протираем. Ого, да это же были следы от истирания стали ножа. А мойка по-прежнему цела и невредима. И, наконец, смертельный номер. Берем стальной шар весом 760 грамм и бросаем его с метровой высоты прямо в мойку. Бинго! Мойка снова цела. Смело можете ронять в нее любую посуду и кухонные аксессуары. Ну и напоследок удалим стикеры, которые обозначают места, на которых сделана предварительная разметка под установку смесителя. Как видите, на поверхности мойки не видно ни следа от клея, ни разметки под смеситель. Вся разметка сделана с внутренней стороны мойки. Давайте же посмотрим, за счет чего достигается такая потрясающая прочность моек Zygmunt & Stein. Для этого заглянем в мойку, в прямом смысле, изнутри. Разрежем ее и посмотрим, из чего она сделана. Задача не из легких. Чтобы распилить такую прочную мойку, необходимо специальное промышленное оборудование для резки камня. Мы нашли его на специальном заводе. Итак, мойка разрезана пополам. Посмотрите на срез. Какая ровная однородная структура, как у природного камня. Ни одного пузырька от литья. Высочайшее немецкое качество. Вот что делает гранитные мойки Zygmunt & Stein такими прочными и надежными. Компания Zygmunt & Stein гарантирует минимум 25 лет безупречной службы моек из инженерного гранита. Полный каталог и адреса точек продаж вы найдете на нашем сайте, адрес которого указан на экране.